Всем привет! Сегодня у меня в продаже будет очень много интересных вещей. Сейчас я вам покажу более детально, что я сегодня буду выставлять на торги. Начну с вот этой картины. Народное творчество. Быстрее всего, Ласточкиное гнездо. Крым. Эту картинку я буду выставлять на аукцион Виолити с 1 гривной без резерва. Впрочем, как и все вещи. За этой картиной пойдет вот этот вот белый петух с открытым ртом. Такой перепуганный весь. Фарфор, третий сорт. Какой завод, я не знаю. За этим петухом полетят часы Владимир. Заводным ключиком полностью рабочие. Нужно молоточки отрепетировать. Нечеткий бой, конечно. Часики тикают, работают. Дверька закрывается. Владимир тоже полетит у меня с гривны. Кто хочет такие часики, делаем ставки. За этими часами полетит у меня вот такой вот противогазик детский на блондинца какого-то с такой шлангой. Бачка нету, стеклышки целые, короче, наверное, второй размер. Потом пойдет такая шляпка со звездочкой какого-то пионерчика. Попался мне еще вот такой вот автомат. Буду пробовать ставить аккумуляторы, батарейки. Может быть, сверху тут прицел был. Не знаю. Ну, такой вот синенький, прикольненький. Написано на нем Херсон. Тоже буду с гривны его ставить. Потом вот такая вот тетя. Или медь, или латунь. Красивые у нее бусики. Такая вот настенная чеканочка. Тоже будет на аукционе. Вот такой вот клоун. Керамика. Ноги или керамика, или фарфор. Тоже не разбирался. Будем смотреть на знатоков своего дела. Такой добрый клоун. Тоже летит все на Виолити. Потом казачок. Тоже медь или латунь. Такой дикий, серьезный. Килограмма полтора точно весит. За этим казаком полетит олимпийский мишка с бочкой с медом. Цена его 12 рублей. Тоже где-то весит около килограммчика. Позвешиваю, потом все укажу. Вот такая еще будет у меня интересная птица. То ли фазан, то ли курица. Так же само фарфор, первый сорт, полностью целенький, можем в него водичку наливать или бухло какое-то. У него есть еще вот такая вот шляпка, тоже такой веселенький, и музыкальная шкатулка, первый спутник.
Земли, первый человек в космосе, первый спутник Луны. Это музыкальная шкатулка, я бы даже сказал, сигаретница. Вот такие тут отсеки. Сюда вставляем сигаретки. А он, кстати, он кусочек еще советской сигаретки остался. 2, 4, 6, 8. Один отсек на 10 сигареток. Еще я ее на работоспособность не проверял. Проверю чуть позже. И это, ребята, только начало. Будет еще много всего интересного. Просто нету времени это все выставлять, фотографировать. А вот и такой вот телефончик, конечно, я, наверное, выставлю чуть попозже. Такой уникальный в своем роде телефончик я покажу в следующем обзоре.